инициатива. В Госдуме предлагают увеличить размер пособия на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. Также депутаты предлагают установить размер выплат на третьего ребенка в размере 1 399 тысяч рублей. По их словам, действующие показатели выплат маткапитала больше не мотивируют граждан. Сейчас программа материнского капитала действует до конца 2026 года. На первого ребенка выплачивается 524,5 тысячи рублей, на второго – 693 тысячи рублей. На связи. Более 6 тысяч жителей Прикамья впервые получат доступ к мобильной связи и скоростному интернету. Речь идет о населенных пунктах, где проживает от 200 до 500 человек. Как сообщил краевой министр информационного развития и связи Петр Шиловских, в этом году 18 населенных пунктов будут обеспечены связью. В следующем году запланированы работы еще в 35 селах и деревнях. Пора в школу. В этом году в Пермском крае в школу пойдет около 338 тысяч учащихся, из них почти 38 тысяч первоклассников. В Соликамском городском округе за парты сядет 13 110 детей. В образовательных учреждениях сохранятся утренние фильтры для измерения температуры, персонал столовых продолжит использовать маски и перчатки. Дополнительные рейсы. Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», начнет снова выполнять рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в Пермь. Изменения запланированы в рамках зимнего расписания. Первые вылеты состоятся в ноябре. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика. Подари открытку. Музей-заповедник «Сользавод» приглашает соликамцев поучаствовать в конкурсе творческих поздравительных открыток музею. Заявки на участие принимаются с 1 по 28 сентября. Отправляйте их на почту музей-соли@mail.ru.